Всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лекцер. Я приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Именно это видео я выполняю по вашей заявке. Девушка одна меня очень сильно просила выполнить расклад, для чего он вернулся. Знаю, что крайне редко балую вас раскладами, но это по причине того, что у меня сейчас идет обучение, поэтому почти все свободное от консультации время посвящаю ученикам. И на расклады у меня нет такового времени. Но, тем не менее, будут делать для вас какие-то вот блиц-экспресс-расклады. Не совсем они будут емкими, но пока позволяет как не мое время. Не знаю, видит ли это мое сообщение девушка, которая мне уже несколько месяцев пишет о том, чтобы я посмотрела, сделала расклад общий для близнеца мужчины и рак женщины. А именно, как она пишет, состоится ли встреча этих знаков осенью и наладится ли взаимоотношения для этих знаков. Ну, милая моя, не обижайтесь, пожалуйста, это узкоспециализированный расклад, который, ну, вряд ли будет интересен остальным. То есть, если у кого-то и будет такое попадание, то это будет единица. То есть, выполнять расклад для двух-трех человек у меня не имеет смысла. Эти вопросы вы мне можете задать на индивидуальной консультации. Общие расклады, вы же понимаете, они должны быть предназначены для широкой аудитории. Итак, вернемся к нашему текущему раскладу, а именно, для чего он вернулся, либо если мы смотрим мужчина, она для чего вернулась, каким образом будем выстраивать наше с вами взаимодействие. По традиции я выложу 8 вариантов. Первый аркан будет отвечать за то, что если или остались у партнера, либо партнер к вам чувства. И второй аркан будет показывать все-таки, с какой целью состоялось возвращение. Как всегда, настраивайтесь на работу, на расклад, пожалуйста, проговаривайте ваши имена, даты рождения, визуализируйте вашего партнера, ну и, собственно, будем смотреть, о чем нам обещают карты. Итак, думаю, вы уже настроились, поехали. Итак, для чего он вернулся? Для тех, кто выбрал первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И восьмой варианты. Все арканы я вам поднесу, всем все будет видно. Пожалуйста, я вам даю пару секунд, определяйтесь с выбором. Для тех, кому не хватает времени, ставьте на паузу, чтобы вы могли неспешно определиться. Ну, собственно, будем смотреть. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант. Остались ли у человека чувства? Ну, вот видите, у нас здесь падает праздник чаш, но вот здесь четко человек понимает, что сам все разрушил и пытается, скажем так, собрать воедино эти рассыпанные, упущенные возможности. Не могу сказать, что здесь есть чувство, карта однозначно об этом не говорит. Здесь скорее идет сожаление о том, что человек, скажем так, сам все испортил. Давайте все-таки я для вас дотяну. Почему испортил? За счет своих манипуляций, своего халатного отношения к вам. Да потому что товарищ-то остался ни с чем. Пришел с повинной, иголка к соку, простите, да? Либо она, если это все-таки смотрит мужчина. Жизнь, да, оказалась не сладкой. С позиции чувств здесь, ну, я не вижу эмоций. Здесь вот эта шестерка огня, которая падает. Это больше как сама по себе ситуация сожаления. Ну, а истинная цель, истинные мотивы товарища. Здесь у нас падает праздник огня, хочет человек воссоединения, потому что нахлебался без вас. Понял, что все-таки это был опрометчивый поступок, и вот теперь пытается воссоединить утраченные отношения. Поэтому для тех, кто выбрал первый вариант, ну, здесь видно четко, что человек осознал данную ситуацию. Поэтому, ну, безусловно, вам решать, да, принимать человека или нет, но здесь вы сможете это сделать смело. Для тех, кто выбрал второй вариант, что у нас с вами здесь? Так, есть ли чувства? Ну вот по аркану сила, здесь попытки либо взять вас силой, либо каким-то образом самоутвердиться, желание реванша, либо в целом вот такой накал страстей. По силе здесь могут быть еще сильные эмоциональные, либо сексуальные привязки. Но на текущий момент человек возвращается как с обиды, с выяснением взаимоотношений.
Что на самом деле здесь в мотивах, здесь падает туз огня, но здесь все-таки по страсти, знаете, желание вновь запалить вас костер. Страсти-то не утихли. И вот эта вот ссора, вот этот запал страстей, сила – это еще сексуальная привязка. Вот она осталась, никуда не делась. Но, повторюсь, если вы думаете, что это отношение любви, нет. Здесь за любовь дается именно само сексуальное влечение к вам. Что вам с этим делать, то есть принимать эти отношения или нет, тоже решайте, безусловно, вы сами. Для тех, кто выбрал третий вариант. Что же у нас здесь? Если у человека чувства, но по смерти нет. Однозначно нет, это могу сказать вам точно, потому что, знаете, понятно, вот здесь у него в корзине и кости, и всякие угощения, да, что посеешь, что и пожнешь. Но суть в том, что давайте хорошо посмотрим, с какой целью вернулся, с какой целью вернулся испытать вас на прочность. Вот видите, повешенный, который пытается абстрагироваться эмоционально, выдержать это напряжение, эту нагрузку. А человек все равно вам, знаете, как раздражающий фактор. Вот посмотри, там, как мне без тебя хорошо живется, какой я весь классный. Как ты там без меня? Хорошо ли тебе девица? Хорошо ли тебе красная? Вот то же самое позиция, понимаете? Вывести вас из состояния эмоционального равновесия и еще лишний раз самоутвердиться. Поэтому по третьему варианту, мальчики и девочки, шлите таких товарищей в шею. Так, для тех, кто выбрал четвертый вариант. Если чувства, ну, по императору это желание контроля, желание стабильности, скажем так, человек с вами имел какой-то комфорт, уверенность в завтрашнем дне, ему именно этого не хватает. С позиции чувств император, ну, редко указывает на сами чувства. Скорее, вы человеку даете чувство защищенности, вот это он вас ценит, уверенность в том, что он понимает, что в любую минуту вы будете ему надежной опорой и поддержкой. А на самом деле, каковы цели возвращения, здесь у нас падает... Как видите, вот десятка камней. Десятка камней – это вернуться в семью, вернуться в дом. Особенно это проиграется для тех, у кого ушел муж, либо гражданский супруг, либо у кого были длительные отношения. Человек вернется к вам, потому что понял, что как бы он где долго там не гулял, не путешествовал, ничего нет милее родного дома. Поэтому здесь, как говорится, погулялся, облизнулся, понял, что... Или она, что не особо там его где-то ждет, и вот пытается вернуться теперь в ваш семейный очаг. Так, что у нас по пятому варианту? Если здесь чувства, ну, по императрице, особенно если вы супруга, однозначно, да, но в целом императрица – это карта чувств, карта влюбленности, карта вот притяжения, когда человек видит в вас свое отражение, то есть вы как продолжение его идете. А с какими мотивами? Здесь у нас падает девятка камней, ну, карта праздников, вы понимаете, вы даете им ощущение радости, яркости жизни, вот ему этого не хватает эмоций, не хватает полноты жизни. Получить именно от вас именно это. Ну, давайте я дополню, будет ли его намерение серьезными, либо опять провести хорошо время и слиться. Давайте уточним этот нюанс. Так, что у нас здесь? Четверка метла вещь. Ну, человек понимает, что накосячил, вряд ли вы его примете. Но являются ли его намерения серьезными в отношении вас? Девятка огня. Но он пытается изучить вопрос, пытается все-таки наладить с вами взаимоотношения, либо все-таки постигнуть вот суть ситуации. Ну, то есть однозначно здесь человек идет с вами на контакт, потому что хочет исправить ситуацию, и об этом он сожалеет. Ну, тут уже, конечно, решайте сами. Кстати, здесь могла, почему мог быть разрыв по девятке огня, здесь могла быть еще тайная связь. Так, для тех, кто выбрал шестой вариант, если чувства, ну, восьмерка камней, это, знаете, просто как, тут не чувства, тут взаимовыгодное партнерство. Вы друг другу могли подходить в быту, не знаю, в плане работы. По этой карте часто карта совместного творчества, своих совместных проектов. Либо просто удобно быть друг другу, вот знаете, как переждать с партнером до лучших времен. А истинное возвращение, вот видите, семерка камней здесь говорит о ситуации о том, что человек понял, что на данный момент облажался, потому что лучшего ничего не нашел, и вот не хочет тратить свое время попусту. К вам возвращается, потому что уже есть какие-то вот налаженный формат отношений. Но это не с целью, например, создания семьи, либо каким-то образом, чтобы улучшить ваши взаимоотношения. С позиции собственного комфорта. Поэтому по шестому варианту он такое. Ни о чем. Так, для тех, кто выбрал седьмой вариант. Если чувства, ну, по отшельнику нет, сама по себе ситуация изоляции и одиночества, человек все равно ищет свой путь, либо свою вторую половину в жизни. А что сподвигло вернуться, каковы истинные мотивы?
Да потому что человек потерпел поражение. Вот теперь просто, скажем так, не выносит ситуацию одиночества, не справляется с этим. Хотя понимает, что отношения с вами, ну, ни вам они ничего не дают, ни ему ничего не дают. Просто, скажем так, ему тяжело это пережить. Он цепляется за эту возможность, потому что терпит крах. Терпит привычный крах привычной формы жизни. Вот это ему неприятно и сложно дается. Но не с целью того, чтобы возобновить с вами отношения для долгосрочных перспектив. И для тех, кто выбрал восьмой вариант, если чувства. Здесь у нас с вами падает пятерка камней. Ну вот и тут так все понятно, все изображено. Чувства есть, есть стремление. А истинная цель? Здесь падает правосудие. Кстати, по правосудию здесь могу сказать, что человек может вам сделать даже официальное предложение руки и сердца, если вы не расписаны. Если расписаны, то желание наладить взаимоотношения и сохранить вашу семью и брак. Потом, так что вот такие вот у нас сегодня варианты. Но в большей степени те, кто вернулся, все-таки действительно к вам хотели вернуться, это уже радует. Поэтому присматривайтесь, делайте выводы. Ну и желаю всем вам счастливых и долгосрочных отношений. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.